приветствовать вас в концертном зале имени Владимира Александровича Клауса. Сегодня в Ульяновском государственном педагогическом университете имени Ильи Николаевича Ульянова в рамках мероприятий, посвященных 85-летию вуза, проходит первый форум выпускников. Вы сегодня смогли побывать и на торжественном собрании, и на встречах на своих родных факультетах, вспомнив студенческие годы. Окунуться в приятные воспоминания, вновь ощутить тепло домашнего очага. Да-да, именно домашнего, ведь для всех нас университет и институт стал на какое-то время самым настоящим домом. А дом – это тепло, это забота друг о друге. Дом – это общие радости, это общие огорчения. И всегда память погружает каждого из нас в свои воспоминания. Кто-то вспоминает лекции, кто-то выезд на картошку. Кому-то до сих пор снится первый экзамен, а кому-то однокурсница из первой группы. Но какими бы разными ни были воспоминания, со временем каждый из нас понимает, что в первую очередь дом – это счастье. Дом – это семья. И нам всем посчастливилось влиться в семью, которая ведет свою родословную уже 85 лет. И нас более 70 тысяч родственников. Да, все мы не похожие, все мы разные. Одним нравятся интегралы, другие ни дня не могут прожить без стамески. Одни работают в маленькой сельской школе, кто-то стал крупным бизнесменом, а кто-то чиновником. На каких-то мероприятиях, вот как сегодняшний форум, хочется поговорить с каждым, хочется узнать, как сложился его жизненный путь. Но времени иногда не хватает даже на то, чтобы записать номера телефонов. Поэтому одной из самых главных задач, поставленных ректором перед оргкомитетом форума, стало формирование именно такой площадки, которая объединяет выпускников вуза, неважно, в каком году он его закончил. Вчера состоялось учредительное собрание Ассоциации выпускников и друзей Ульяновского государственного педагогического университета.